пригласили его поработать с нами. И это не настолько концерт, как воспоминание о нашей совместной работе. Мы взяли то, что мы знаем уже, и с помощью Евгения Святославича, надеюсь, мы немножко изменили, преобразили, можно так сказать, то, что мы ежедневно поем, нечто другое. Так, это будет короткое выступление, будем все это записывать, так что если вы можете тишину соблюдать, это будет не длинное, у нас только 4 произведения. Так, спасибо. Я хочу только одну минуту буквально занять ваше внимание перед тем, как мы будем петь. Для меня очень большая радость приехать вот в Америку и оказаться в своем приходе. Потому что уже несколько лет, 10 лет мы как бы не являемся какими-то антагонистами, а являемся братьями во Христе. И то, что я здесь встретил, замечательный хор, который является членами прихода. И это самое ценное, самое нужное, что вы, как прихожане, должны беречь и поддерживать, и радоваться, что у вас есть такие певчи, такой регент, такие помощники регента. Так что, слава Богу, что мы встречаемся, общаемся, и давайте вот послушаем, что этот хор может спеть, ну, в данном случае со мной. Заранее могу, прошу извинения, если я что-то сделаю не так, потому что я здесь очень мало еще времени пробыл. Переложил на музыку митрополит Иоаннафан Елецких.
нынешний правящий архиерей на Украине. Замечательный песнописец, можно сказать. Следующее произведение, которое мы вам хотим показать, это «Свете Тихий», сочинение «Киевский распев» в обработке Николая Кедрова. Целая династия Кедровых существует, и, наверное, многие знают, может, даже знакомы с сегодняшним Кедровым. Это протодиакон Александр Кедров, который является регентом в соборе Александра Невского в Париже. Его дед написал замечательное «Отче наш», которое вы, наверное, знаете и любите. А это произведение сына того Николая, отца этого Александра, который ныне живет. Николай Кедров младший, в свете тихий. Потому что мы в храме, потому что вы в данный момент хотите, чтобы у нас все получилось. Это нам помогает. Следующее песнопение, которое мы споем, херувимская песнь, которую положил на музыку диакон Сергий Трубачев. Через 2 года исполнится 100 лет со дня его рождения. А мне сказали, что здесь есть прихожанка у вас, которой уже 101 год. Так что... Она родилась раньше, чем вот этот композитор, который уже 20 с лишним лет назад скончался. Он замечательный был человек, он был женат на дочери отца Павла Флоренского. А его отец, Зосима Трубачев, был прославлен как новомученик. Херувимская песня диакона Сергия Трубачева. Thank you.
последнее песнопение, которым мы хотели бы вас порадовать в этот воскресный день. Это «Взбранный воеводе» сочинение Павла Григорьевича Чеснокова. Когда я приехал в Чикаго, то жена Михаила Даниловича, Наталья Павловна, сказала мне: «Чесноков – любимый композитор моего мужа. Будьте, пожалуйста, осторожны и с мужем, и с Чесноковым». Чесноков – «Взбранный воеводе». Спасибо, Евгений.